Комендантский час, кстати. Бля, я не могу его не подъебать, ну реально. Че там, Нирыч? Да у него просто лицо сейчас такое вот, как будто он четвертое место занял на этом. Причем на превьюшке битвы блогеров, да? Да, да, да. А Лучишка такой маленький, прикольный. Нет, ладно. Вспышки такое лицо, как будто они разъебались и взяли третье. Нет, вспышки такое лицо, как будто можем повторить. Чё нахуй? А чё, очки есть, если найду? Гнать будем до Берлина! Ребят, у меня вопрос встал. А почему последовательность, в которой расположили изначально команды, вот оно вот так, 1, 2, 3, 4, так и получилось? Это расследование, Трис. Это расследование. Совпадение? Это не совпадение есть. Wargaming вступил сразу за первую команду. То есть все запланировано. Следующая битва за героев, всем на лысо подстричься. И как раз будете как вспышка лысый, блядь. Чё, блядь, вспышка такой, чё, блядь, чё ты хочешь? Чё, блядь, привет, ты чё, охуел? Семки, я сейчас найду. Я тебя сейчас апну, блядь, сынок. Фугасное МТО есть, а если найду? Юж такой, он не со мной, блядь, да? Да, я не приняла, блядь, есть, чё я съебу. Я просто мимо проходил. Блять. Я здесь постою, пацаны. Я вообще пирожки продаю. Сука, никто не скачал, блядь. Ой, бля, хорошо. Короче, ну что мы тут все собрались? Пойдемте в мафию играть, хули. Да, в общем, что я хочу сказать. Кстати, да. Ребят, давай Дима скажет. Да, битва блогеров подходит к его завершению. Я хочу, опять же, в первую очередь респектовать всей аудитории, каждой из команд, потому что именно благодаря вам, то, что вы в этой битве участвовали, у нас получилось такое количество охрененных эмоций на протяжении 10 дней. Битва получилась, я считаю, блять, вот по сценарию захочешь, не проведешь. Поздравляем команду Amway Corbin с заслуженным первым местом. Они оказались лучшие, победили. Бойцы в субботу-воскресенье сражались жестко. Наша с Максом команда, охеренные чуваки. Я и говорю, мы с Максом не ожидали, что в первый день будет такая сумасшедшая поддержка от турнирных игроков, клановых игроков. Стримеры, 90% стримеров сами пришли, поддержали, захотели поучаствовать в теме, давай там вот. И мы просто за 10 дней организовали такую прям коалицию и дали бой команде, которая изначально должна была закрыть эту ББ там за 2 дня. Вообще красавцы, просто лучшие, и огромная благодарность всем, кто поддержал, потому что именно у нас в первую очередь за это получилось интересное ББ и соперничество за первое место. Юша и Вспышка. Их с третьим местом были в шаге от того, что тильтовали пацаны, грустили, но в итоге смогли вырваться. Нир и, конечно же, всем бойцам. Нир из грани, бывает, пацаны, чуть-чуть не пошло, но самая малочисленная армия, насколько я знаю, самый высокий процент побед, самые скилловые у них. И самые большие камуфляжи. И самый красивый камуфляж. И респект Ниру и грани за подготовку. Пацаны упоролись, первый раз попали, и я думаю... И как и Максу, подготовка у них клёвая, как и Максу, да, как и Вспыхе, да, и как факт. Ниру и Грани, очень приятно теперь, что в танках, в этой игре с таким ебейшим онлайном, с такой кора аудиторией, которая на протяжении долгого времени в нее играет, есть теперь их аватарки, есть камуфляжики, есть своя какая-то история. И битва на самом деле, и я уверен, что зрители, все, которые принимали участие в этом всем, я уверен, никто даже близко не пожалеет, потому что те эмоции... Ну, в рандоме вы точно такие эмоции не испытать. Это настолько... Вы хорош пиздеть, бабки где? Дима, есть важный вопрос. Ты сказал, 90% стримеров бесплатно прошли. Как попасть 10% платно? Да. Я не понял, а что можно заплатить? Я не понял. Бля, пацаны, вас не слышно, не слышно связь. Все кормочано нашло. Он реально только что, блядь, слил инфу, алло. Вот. Что вы говорите? Все кормовщина, мы шучу. Да, так что в целом, короче, всех, у нас есть победитель, заслуженно. Мы второе место заняли, Юж Вспышка третье, Нирью Грани четвертое.
всех с окончанием ББ. Эти были охеренные 10 дней. Ну и, конечно же, Wargaming, спасибо за данное мероприятие. Кайфанули все. Ну, реально. Доработали, да, бусты. Это факт. Доработали бусты. Доработали бусты. Вот. И в целом получилось очень круто. Следующий ББ делайте по 3 стримера. Вообще будет охеренно. Вот. Нет, и все равно Джов не попадет. Вот. Обидно, кстати, сейчас было. Где-то взгрустил один Костя. Да. Ну что ты так, блин, сразу? Было охеренно. Понятно, что за эту было битву блогеров были срачи, там оскорбления какие-то, там истерики. Дима, разреши перебить. Че? Дима, разреши перебить. Блять, я чат твой читаю, что-то хрипнул. А ты видел Амвея фотка, ну, в этой форме генерала? Видел? А, не, а мундире вот этом? Ты имеешь в виду... Нет, ну, мундире зеленом, там погоны, вот это вот все, там аксельбанты, да? Чел в чате пишет, говорит, блять, Амвея еще какую-нибудь нахуй корону из павлиньих перьев, был бы как Киркоров. Ебать, что-то я был. Время для фотошопа. Еще, говорит, в башку перья павлина напихать, как Киркоров бы хуярил. Блять, сука, ору, пиздец. Нет. Вот. И я к тому, это что... Сильно. И реально получилось, я говорю, по эмоциям это охеренная битва. Блять, а эмоции в последнее время вообще, ну, все тяжелее и тяжелее, как говорится, с возрастом получать, да, особенно, ну, когда... В короче, этой... вообще как, в этой игре очень много, да, негативных, Дима? Эмоций, блять, от ТТР, да. Блять. А здесь просто ты все положительные эмоции. Вот, кстати, все, да, блять, да, все. Да, да. Это просто то, за что все. Эту игру полюбили за БТР. А ты когда, да, вот когда ты первый раз в эту игру зашел, да, вот такие же были эмоции сейчас, это, блин, да, понимаешь? Да, а сейчас, да, эти ублюдочные, конченые маразота на арте, блин, я просто... Последние пару лет берешь эти ебаные... Просто нет сил, в этот рандом, блядь, жопа горит. А тут служило сложно, да, но на таком позитиве, такое воодушевление, охуенно. Бля, как же не хочется, да, перейти в рандом. Сыграл, как же не хочется, да, завтрашнего дня, блядь. Зрители то же самое писали, ну, говорят, ребята, друг спасибо, друг здесь, как, да, будто мы в 14-й год вернулись. Да. Иди, надо вставить 5 копеек. Я хочу сказать спасибо всем стримерам за то, что у нас получилось так много совместного контента, так до хера взводов, абсолютно даже случайный, который там получались, вот как сегодня с Стройком Анатольевичем. Это было просто потрясающе, что всегда можно было найти себе там какой-то взводик, с кем-то вместе погонять, посмеяться, поиграть. Просто и некоторые дни пролетали абсолютно незаметно, часы. Это было потрясающе. Я как человек, который топит за крепкое комьюнити, за дружбу, любовь, для меня эта битва блогеров была просто чем-то невероятным. Просто охерительное событие. Спасибо, ребят, всем большое за это. Он как сочинение с листочки. Ебать. Да, да. Если бы от души было бы нормально. Гедеон, мы на похоронах, не пойму ли мы правильно. Да, реально, как зачитал, блядь. Мы на похоронах, мы кого провожаем? Виспер, ты умер? Максим, Фога, давление подскочило. Серега, это заочно тебя провожаем. Прошу заметить, что контора Влади Бет принимала ставки на то, доживет старый до конца или нет. Коэффициент, ребят, самый лучший. Самое как-то обидно, что аминь надо было в конце добавить Гиди, бля. Аминь, нахуй, аминь. Аминь, да. Да храня от меня, мой приятель. Ну, Гидь, бля, Гидь, эти ублюдки, как всегда, все испортят. Дайте, господа, разрешите. Это факт. Извини, бля. Разрешите, я поднимаю свой бокал, чтобы выпить за здоровье всех участников этой движухи. Ура. И еще раз, танкисты доказали, что сплоченный коллектив. Брат, давайте, за брата, за основу взято. Ура, граждане, хоть давайте. И второе место. Хоть и второе место, лучший по жизни G есть. Ура! Достойное второе место, достойное. Ура! Да, не, от души всем за поддержку, ребят, я вам серьезно говорю. Хоть и второе, но достойное. Я уверен, да, все стримеры, достойное, которые поучаствовали в этой теме, они все кайфанули. Ну, а... Благодаря кому? Комьюнити, конечно же. Было круто, было классно. Да. Спасибо всем нашим зрителям, которые деньгам нас поддерживали, не спали и хуячили. Большой респект. Не, это факт. Мне очень много народ написало, что в семье, там, знаешь, жена начала охеревать. Всем спасибо. Я в очередной раз убеждаюсь все-таки, как мы сильно влияем на жизнь этих людей, и как они сильно влияют на нашу жизнь, и как мы вместе можем просто сворачивать горы и делать чудеса. Спасибо вам всем, пацаны, что вы вместе с нами не спали, хуячили. И... Зрителям, конечно, респект. Не, зрители, они по факту это сделали. У нас просто супер, блядь. Ребят, супер. Игра говно, срачи говно, блядь. Мы тоже, может быть, говно, но вы охуенные. Спасибо вам, что вы есть. Это факт, это факт. Вот это самое красивое Реджоу, блядь, за последние годы. За последние годы. Может, не за всю жизнь, блядь. Это на памятнике и напишем тебе, Джоу.
Игра говно, блядь, ради так говна. Так, памятник уже заказали, надо сбрасываться. О, блядь, сейчас умру. Так, мы друг друга все полизали. Все, все друг друга полизали. Все. Да, только как говорится, теперь и год не очень-то было приятно с вами так общаться, это... я погнал, да. Ну тогда я пошла. Идите нахер, вы бесполезные, все равно там два, да? Я надеюсь, что нас потоска где-нибудь еще когда-нибудь соберет. Поддерживали, не поддерживали, нахуй вы нужны. Бесполезные овощи, блядь. Зря вас к ноге призвал. Хорошо, хоть бесплатно пришли, блядь. А то еще платили, я вам. Я решил платить, как кормопчанам. Ребята, я не знаю, кто пришел за бесплатно. Платно! Понятно. Ну там донаты были какие-то, актер тебе, я посчитаю потом. Да, актер тебе платно, даже жопу не подтирает. Ребят, вы сейчас наговорите, он обратно 1500 голды заберет. Вы что? 300 рублей! Извини. Актер, блядь, что там? На аккаунт 1500 голды упал у тебя? Нет, да. Все, расследование получается. Мирыч тут. Не, а я а вы, Шерлок Йоу, вы угораете? А мы с ночи, почти сутки, я и большое количество ребят, которые помогали, отправляли 1801 транзакцию. Перебанили нахер всех, блядь, и ВГ, и банки, блядь, и все там. Там, блядь, чувак, это был ад просто, я тебе так скажу. Так, а нельзя было просто с левшой... Ой, с левшой напрямую. С ВГ напрямую дать им бабки, чтобы они сами поотправляли. Да, блядь, час и в битве блогеров. Илью такой из-за угла. Кажется, работенка для меня. Да. Кстати, Дим, можно ответить? Дим, можно ответить? Челы, почему я не подписался под всю эту движуху? Ребят, вы понимаете, это нужно по сколько часов в день задротить на протяжении 10 дней? По 20. А ты бы раньше просто своей аудитории сказал, чтобы поддержали левшу. Не, дезертор. Не, я с хозяин. Да. Фишка когда заплатили, блядь, в последний день. Я старая больная обезьяна. Какие, блядь, 10 суток по КД по 15 часов сидеть стримить? Вы что, ебанулись, вы смерти моей хотите? Да, блядь, ну один стрим вначале бы сделал. При том, что он, сука, так и стримит, только донаты. Да. Человек, который даже на танк не нафармил на юнити. Такой же старый крик, как и я, блядь. Что ты пиздишь? Я-то выдержал без проблем. Да. Какие крысы? Или потому что как у тебя ты, выходных блядь, 7 какие? Пятниц на неделю. Ядрить он наезжает, а? Ебать ты щур. Выкиньте его отсюда. С кого? Вау, сынокеллы какие крысы. Сынокеллы. Потому что у кого-то бассейн. Сынокеллы. А, в бассейне крысы. Не, Толик это вообще... Ну тему меняю просто, тему меняю. Слушайте, я думал, актер, блядь, шутит. Этот долбоеб действительно одел какой-то китель, блядь, на себя. Ты чего я шучу? Там чего? Дэс, присмотрись, там все в шипах, там БДСМ. Там реально, блядь, он в шипах. Подожди, а наручники, кляп в рот, блядь. Нихуя не понимаю. Серьезно? Натянули на Толика? Нет. Ты не шаришь, Дэс. Генерал, блядь, 40 оттенков Толика. Бургеры, платье из бургеров там зашли. Я там... Толик там, блядь, блин, для машины, короче, в шипах, блядь. А куда вы скинули? Говорят, что немцам давали белые перчатки еще для парада по Красной площади. Там перчаток нет белых нам? Блядь, рыжая закинула нахуй на вентилятор. Там где-то на плече солнышко нарисовано или что? Я понимаю, при чем тут перчатки? Он сейчас покажет, где оно, не провоцируй, блядь. Я понял. Генераль, блядь. У Нира будет столько расстрелов, я бы на его месте трусы не надевал. Как говорится, битва-то закончилась, а трусы стирать все равно придется, да? Знаете, я вам еще хочу сказать, самое главное, чтобы... Левша тебе пизда, я понял, да, Дим? Бля, почему его раньше не позвали, а? Поздравляю. Я бы взял, побежал. Давай, Константин. Еще увидимся на стримах, надеюсь. Спасибо большое. Давай, ребят, пока. Давай, Костян. Кто тебе такое обещал еще на стримах увидеться? Катали, хватит до следующего года. И трусы свои забирай. Самое главное, чтобы такая движуха еще в дальнейшем была, понимаете? Чтобы не было скучной залупы никакой. Да. Или, Левша, это от тебя зависит. Ты там свои челюсти. А еще он-то, блядь, ты че?
чё, блядь? Вот чё он, чё ты на него всю ответственность, блядь, закладываешь, а? Кто там сам, займись, сам. Иди организуй, блядь. Домашний телефон? Блядь. Дэзи, что с тобой? Блять, просто до слез его. Я зашел на стрим конвоя, блять, а там от нас пришли зрители, блять. Как ты думаешь, чего я про Киркорова сказал? Да я не понял, я думал, ты шутишь, блять, ты же не сказал, что он реально сидит в кичеле, блять. Короче, актер, теперь идем вдвоем на топорах с Пашей в поле, все, пиздец тебе, актер. Зря ты боёбся. Просто... Так у него чокер, блядь, шипованный на шее, блядь. Я думал, мне показалось. Короче... Скажите, а на это перед сном можно смотреть? Или будет как после ролика? Куда вы скинули эту хуйню? Ну если ты сорок, и тебе нравится блестящая юлька, то вперёд. Наполеон, блядь. Бонапарт. Это просто пиздец. Блядь, он реально эту хуйню отделал. Ладно, все, успокойтесь, хорош. Можно так орать? Поезд на ходу, нет. Нет, нет, Димочка, все тут давно гоняются. Генерал, блядь, в атаку нахуй. Блять, это же на кофе не Тихо, тихо, Дим, таблеточку, 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 погибей. У нас минус стример еще будет. Сейчас инсульт хватит. Диму не остановить. Не погибли. Диму не остановить. Врача кто-нибудь, врача! 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 Алло! Реанимация, реанимация, срочно по адресу. Господи, блядь, в атаку, говорит, нахуй. Ебать, ты хуёв. Вилкой в глаз или в жопу раз кутузом хуев. Ну, у Кутузова хотя бы глаза не было. Он хоть глаз выбрал, блядь! Мне кажется, совсем выпало, я не знаю. Как такое можно было выяснить, объясните мне? Ты вилку в дырочке, глаз выколоть и хуйнул свет. Бля, реально кляп еще в рот, и вообще, блядь, норм для вечера будет. У Мазони, кстати, кляп есть. А ты в курсе? А Мазолька там постоянно всякую БДСМщину собирает по всей Одессе. У меня тоже кое-что есть. Ой-ой-ой, у Юльки там спешили. О, приглашение. Фу, блядь. Теперь мы его как нового страйки узнали. Рэлли, мне подарили, блядь, настоящий. Вот он, командир мужиков в форме, блядь. Вы, кстати, скажите там актеру, чтобы меня размьютил, а то у него там... О, блядь. Он тебя не слушает. Бля, потек вообще капитально. Бля, у меня давление, походу, скакануло. Мне еще бежит вызвать психиатра. Говорит, Наполеон сбежал. Тимур, а ты же с Москвы
против дезертона Питика. Я одинокий бродяга. Как будто ракета взлетает, блядь. Свиньи режут, блядь. Сука, я сейчас обоссусь. Еще у сука дезертода смех заразный, и меня от этого еще ржачнее не становится. Да, у него он такой, знаешь, захлебывается, как будто своей же слюной. Захлеб прямо херачит, как сумасшедший.